выбирать никакие идеи, затем как пойти на бранч. Я просто скажу, у меня было пару заметок. Хочу поблагодарить Министерство здравоохранения нашего за то, что на нашей базе уже открыта кафедра офтальмологии, и врачи, желающие проходить обучение по дипломному образованию, могут проходить это обучение у нас. То есть уже мы можем принимать имя уже клинических ординаторов, которые проходят обучение трех лет. И, конечно же, отдельные курсы, которые тоже проводим, эти курсы по фокусификации, по латинкоэкстимуле, по обучению терапии, и так далее, и тому подобное. Это первое. Второе, что я хочу представить свою книгу, не все ее имеют. Пожалуйста, берите, читайте. Бесплатная для вас, для молодых офтальмологов. Я очень рад, что сегодня здесь присутствуют очень активные молодые специалисты, врачи, которые, может быть, первый раз выступают, все эти врачи, молодые офтальмологи. Я очень рад, что мы уже собираемся и общаемся на более таком высоком уровне.